В рамках всероссийского патриотического проекта партии «Единая Россия» в гимназии номер 1 открыли парту героя. Она установлена в честь участника специальной военной операции Дмитрия Быкова. Как прошла церемония открытия, расскажет наш корреспондент. Люберчанин Дмитрий Быков находился в зоне специальной военной операции с первых дней. Ушел на защиту Родины добровольцем. Был рядовым стрелком. Дмитрий погиб 9 августа 2023 года при выполнении специальных задач на территории Луганской и Донецкой народных республик. То, что сегодня о нем говорят, то, что сегодня о нем знают, и знают не только в стенах этой школы, знают во всем городе. Мы гордимся им, мы гордимся нашими выпускниками, нашими земляками прежде всего. Мы действительно увековечиваем память героя. И самое главное, что остается нам, это помнить и ценить. Я желаю всем присутствующим мирного неба нам над головой. Не случайно, что парта Дмитрия Быкова установлена в этой гимназии. Здесь участник специальной военной операции учился с 1 по 9 классы. И именно здесь сегодня учится дочь героя, которой предоставили почетное право первой сесть за парту героя. Мы испытываем гордость очень такую большую за то, что у нас открыли парту нашему папе, нашему герою. Вот, ребенок будет сидеть, гордиться, все будут знать, что здесь учился. Как только началась мобилизация, он один из первых спустя неделю сам добровольцем ушел на защиту своей родины. И спустя вот год почти пробыл на Украине и погиб, героически погиб. Образовательный проект «Парта героя» запущен партией «Единая Россия» в 2018 году. Право сидеть за такой партой получают ученики, которые имеют успехи в учебе и принимают активное участие в жизни класса и школы. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, Люберецкое телевидение.